Вот это пекло. Вот это реально крутая пуха. Это я после шавухи из вокзала, конечно же, махнул сильно. Аж дробью, могу сказать. Всем доброго здоровья и приятного аппетита, сейчас кушать. С вами Юлия Мишка. Всем привет. Ну что, вернулись мы наконец-то в игрушку ПВЗ. Да. Шутка. Эта игра на самом деле... Teardown. И мы сегодня будем смотреть моды, их скопилось у нас. Есть что показать. Начнем мы, естественно, с той карты, на которой мы стоим. И, как видите, первый зомбак, к сожалению, он не шевелится, но... Так как спонсор сегодняшнего ролика «Одна невероятная пушка», он нам пригодится. Итак, для экспериментов. Чел, прости. Ничего личного. Заряжай. Просто зомби. Сейчас как... Ой, я не знаю, мне кажется, она жестокая. Разлетится. Ой! Ой, Миш! Фу. Мы что-то как там... будто чуть не перегрели. Да-да-да. А интересно, как будет, если перегреть? Она ты у нас уверена? В руках жахнет. Ну, давайте жахнем. Давай. Честно говоря, не знаю. Короче, сегодня еще будет невероятно огромный, опасный монстр. 300 спартанцев и много-много другого. Да, это жестко. Махнуло как следует. Нормально, ну прикольно, кстати. В мультиплеере, к сожалению, все это не посмотришь, тем более мультиплеер не работает с новой версией Teardown'а, ё-моё! О, Миш, вот это жахнуло, конечно. Вот это пекло. Вот это реально крутая пуха. Это я после шавухи из вокзала, конечно же, махнула сильно. Аж дробью, я смогу сказать. Нормально, остывает, как говорится. Да. Ладно, чел, простим. Но тут, кстати, в подарок еще есть парочку чуваков. Над ним, малышок, я думаю, ну, не парочку, не стоит, а один. Да. Ему сразу, мне кажется, хана будет. Ладно, иди, беги на свободу. Ты свободен, Добби свободен. Пойдемте теперь смотреть... А, кстати, творческий режим. Мы же его даже не смотрели. Но это, в принципе, не тут суть важно. Тут можно рисовать. Да, 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 то есть можно всякие, ну, фигуры делать. Ну, в целом делать, можно, может пригодиться раскрасть для всяких экспериментов, например. Ну да, да, конечно. То есть можно, видите, все перетаскивать. Тут создать псину и пнуть. Но, например, конечно, непривычно все равно в обновленном Teardown'е. Все теперь по-другому. Смотри, тут сколько стекло можно сделать. Листва. Ну-ка, стекло. А как мне выйти? Настало время посмотреть невероятно мощного и большого противника. Но он в прототипе. Прототипе. В общем, поначалу может показаться, что он сдриснул и сломался. Вот. Но на самом деле это не так. Он огромный, страшный. Если вы встаете вот в эти лучи. Это лучи сканирования. Он вас находит. Или нет, не находит. Но это не точно. Слушай, а должен? Давай нападай. Давай, 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 давай. Должен... Надо в центр, в крестовину встать. Что-то он там уснул. Алло, чел. Да... Вон он там, видно, да... дремлет. Да... Вот, вот он на самом деле. Ты что такое? О, 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 активируй. Тихо, тихо. Да блин. Вот он, ну вот он, красавчик. Вау. У... Ой-ой-ой-ой! Мишка, бежи! Наконец-то он работает! It's alive! Он еще полностью недоработан. Ой. Ну, это... нам хватит! Да, но убивает нормально. О, и в землю обратно уходит. И будет снова ждать, как это... Наверное, ну, типа хищник, в засаде. То есть в засаде. Разработчик, видите, звук страшный. Сказал, что его будет разрабатывать как хищника. Вау! Класс! Выглядит потрясающе. Солидно! Нет, я в прицеле. Хрена себе, блин. И как убежать от этого? Жалко, у меня вопрос. Никак. Жесть. Я, если честно, даже не знаю, что он с нами делать собирается. Даже у меня какие-то мурашки, блин, от его ужаса. Ну, точнее, от этого ужаса. Ну-ка, давай, псина. Где ты там? Ну, он, наверное, нас где-то ждет. У нас, кстати, много, да, других оружий, которые мы еще не посмотрели. А, он нас ждет, да, в этой... В зоне, так сказать. Ну, как-то оно странно. Не всегда. А знаешь, вот именно почему-то вот, когда я пипина бегу... Может, где-то точка... Во, вот сработал. Сработала какая-то. Так, давай вылазь. Хотел пушку. Ну, чё? Держай. Надеюсь, успеем. Отпускай! Жмай! Дыму насрать, если честно. Блин. Ладно, хотя бы посмотрим, может, его поближе. Давай отсюда. Без толку, он вас достанет где угодно. Слушай, а если да в здании скрыться? Вот последнее попробовать? Ой, их два там. Да, один спит. Так, сейчас. Не знаю, получится. Попробуем. О, бежим. Давай, 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 успеем ли мы?
Все, Миш, открывайте. Не, ты быстрее, должен да открывай. Был. Блин, эта дверь закрыта. Вот сюда. Что происходит, черт возьми? Он с тобой бежал, мамочки. Что, потерял? Ну, все, мы в здании. Лошара. Нам ничего это не грозит, да? Да, Миш, походу он, смотри, он совершил свою атаку. Да, она не удалась. А, вот смотрите. И он опять нас ищет. Вот, все. Обратно в здание. Беги ты, блин. Все, ждем тут. Ну он, кстати, смотрите, здание-то не ломает пока что. К счастью. Ну, если, правда, он ударит, наверное, это... Ну, короче, ясненько. Я думаю, ну, с ним все так понятно. То есть, как прототип вообще тема. Не, выглядит очень. Ну, как это, Басилиск, да, по-моему, был? Да. Только на дрожжах. Так, ладно, у нас еще, на самом деле, есть пару вражин. Сейчас мы их покажем. Да. Угадайте, из какой игры данный противник? Данный слизняк летающий. Ой, да блин! А, я чего? Догони, чертила. Ой, догоняйте. Ну, нормально, у него все шансы. Да, догони. Ну не, по факту, конечно, намного быстрее. Я отвечу. Лови! Блин, я только как крышу поджарил. Мне кажется. Тихо. Мне кажется, он слишком высоко. Ты сейчас перегреешься. Попал. Ого. Ай. Ты уверен? Уходим. Текаем. Попробуй попади. Ай. Четко в тебя, кстати, стреляет. Блин, вообще, каждую пулю в меня. Так, где он там? Заряжаю. Такая его колбасит. На. Есть. О, попал, реально сбил. Птичка. Слушай, это красиво было. Эпико. Все, на крыше. Смотри, он прям как во всех фильмах, да? Затусил, да. Слушайте, а вот интересно, сколько прожжет эта пушка зданий? Если мы вот сюда встанем, например. Давай попробуем. Почти на перегреве жахнем. Сейчас, чтобы то есть было... надо, когда она до красного не доходит. Да, ну да. То есть мигает желтеньким. Так, сейчас. Давай. Ох, аж забухло. Охренеть. Так, ну-ка, давай пока это, ну, пролетим, посмотрим. Не через эту. Так. Увело немножечко, как будто ну, так. Это, видимо, да. Ну, слушай, в принципе, в целом, прошьет все, что угодно. Да, просто она чуть наверх, получается, как-то ушла. Неровно ну, пошла. Ну, то есть, чем дольше зажимаешь, тем больше радиус атаки. И сжигает она, конечно, в принципе, вот сюда. Все. Сейчас, вот так же махни. Давай. Вот это более слабый выстрел. Ну, слушай, ну, так-то ровно. Ай. Мы даже в пол сорена прожгло. Да. Землю. До елочки. Елочка четко. Елочка ее остановила. Вау, вот это дырень. Естественно, это еще не все противники, но вы уже увидели. Я думаю, и уже написали в комментариях, что за челики. В общем, Half-Life 2. И здесь несколько. Вот это солидно выглядит. Да, включаем Пипино. У него огромный писюн там. Да, торчит. Тю-тю-тю-тю. Бабулька бы сказала, что видела, да. Попробуй, попади. Ну, у нас, как всегда, сегодня спонсор опять же. Кстати, про спонсоров. Спасибо большое. Тот самый Сон, Инспектор Узбек. И Шиба Ину. Спасибо вам большое за поддержку. Ну и вообще всем нашим спонсорам да. Огромный ребята, респект. Ребята, огромное спасибо. Прохождение. Напоминаем, что те игры, которые попадают на YouTube, попадают на Дзен. Да? В общем, все ссылки в описании. А сейчас мы будем уничтожать. Охоту устраивать. У меня вот еще вот такая штука есть. Короче, блин. Это из Half-Life. Чего это было? Ракетница, что ли? Да, которая нацеливает и стреляет туда, куда вы покажете. Вы видите? Но оно тут как-то я не научился. Неадекватно сейчас работает. Ну, смотри, что-то попадает. Угу. А, я живой! У меня такое ощущение, ты больше сам себе урона нанес. Может быть, и так вышло. Так и закончилась эта история. Не, я ему сейчас дам жигу другу. А где он? А мне кажется, он... свалил за карту или нет? Ну-ка, если в воздухе жмахнуть, останется это... какие-нибудь прям звук? А, да, кстати. Это вон... Это пушка упала, прикиньте. Реально. Взять. Хрена
Класс. Вот это проработка. Кстати, я что-то такого не помню. Да, я не помню. Так, ладно, он, может, утонул где-то. Мне кажется, он это, знаешь, как бывает, ушел. Ушел. Ну, ушел. Такой, я выполнил свою работу, пошел. А, он лег спать, а не ушел. Чилит. Так, ну тогда давайте стандартными способами. У меня вот еще магнит есть. Магнетайзер. Ой, столкнулись есть. Ё-моё. Он по нему попал. Ну и жесть. Что-то тут... Хренак. Магнит-то в деле. Слушай, хренак. Он к чему-то магнитится не туда. А может быть наш этот туда улетел? Тогда... К нему магнитится. Нормально. Удаляем. Выглядит забавно. Вообще... А если я в машине... Не, я не успею. Ну-ка. Охренеть. А это? Нет, это, к сожалению, нельзя. Блин, как будто я удаляю. Утилизация. Идет успешно. Ну-ка, через стенку. Фига, тачка стартанула. Просто. Блин, уже даже компу тяжеловато все это считать. Так что, я думаю, пора посмотреть грандиозный мод. 300 спартанцев. Ой. Кстати, пища появляется. Просто пушка шмальнула. Вот я. Управлять транспортом. Ожидали вы, наверное, другое, а вот вам нет. Смотрите, какой мощный дрифт. Рынь. Как рынь, его звать? Он еще и ударять, между прочим, может. Мы думали даже о том, сделать там битву как рыцарского турнира. Кстати, ну, затыкают фиаско до смерти. А ну, тачка, нет, кстати, В принципе, можно сделать 300 спартанцев, если вы вот... А он и взрывающийся даже. Блин, ну они у тебя как эти, сиамские близнецы. Ну, как что-то теперь. Жалко, смотрите, красавчика нету. Ага. С гарпуном. О, смотри, как сражаются. Деритесь, мужики, тренируйтесь, сражайтесь. Вы сможете. Так, у нас же еще... А, нет, все, в принципе. Nuclear Strike. Все так же шмаляет. Ну, к сожалению, или к счастью. Не удержали. Не, смотри, они, кстати, выдержали. Фига, молодцы. Видали, насколько настоящие спартанцы. Шмахнуло нормально. Пахнет палеными спартанцами. Да. Блин, ну, в общем, я не знаю. Мне кажется, самое интересное, что мы хотели показали. Как-нибудь еще покажем другие моды. Пишите ваши впечатления, что вам больше всего понравилось. Нам все понравилось. Всем хорошего настроения, всем пока. Всем пока.